Это мой папа. Он собирается встретиться со своим лучшим другом с работы, мистером Лангом, который разрабатывает все новые рецептуры для Happy Dog. Целыми днями они работают вместе, чтобы выяснить, что же делает животных счастливыми. И мне кажется, это делает их счастливыми тоже. Мистер Ланг очень любит природу. Однажды он сказал мне: для животных так же важно питаться здоровой пищей, как это важно для нас. Мистер Ланг черпает свои лучшие идеи для рецептов у природы. Есть большое множество различных питательных веществ, поэтому он должен убедиться, что он использует самые качественные ингредиенты в нужном количестве. Мисс Допфер называет это правильным балансом. Она ветеринар в компании Happy Dog. Она говорит, что рецептуры столь богаты разнообразием, что многие люди могут использовать их в повседневной жизни для кормления своих питомцев. Фермер Эггер знает все секреты сельского хозяйства. Он говорит: люди, которые едят здоровую пищу, здоровы и сами. Вот почему он всегда так внимателен с тем, что он выращивает. Он никогда не идет на поводу у других и делает все сам. Фермеры такие замечательные. А это Элиф, она тоже работает в Happy Dog. Ей очень нравится то, чем эти люди занимаются. Но ей также нравится то, что они не используют геномодифицированные продукции и не проводят тестов на животных. Элиф приехала к нам из другого города. Поначалу ей было нелегко, но сейчас ощущает себя членом большой и дружной семьи Happy Dog. А это папин начальник, Георг Мюллер. Он очень горд за свою команду, потому что они всегда прикладывают все усилия ради своего дела. И именно поэтому наши питомцы такие здоровые. И это делает его по-настоящему счастливым, потому что он может передать свои знания и пойти навстречу. А все потому, что он просто никогда не сдается. Также у него появилась мысль о пожертвовании средств нуждающимся в помощи детям из деревушек Центральной Африки. Это правда очень важно для него. Миссис Мюллер следит за тем, чтобы всем всего хватало, и за тем, чтобы мюллеры оставались мюллерами. Это значит, если ты хочешь сделать что-то как надо, ты должен уделить этому делу много любви и внимания. Вне зависимости от того, растение ты или животное, или люди, мюллеры делают это уже на протяжении столетий. Вот почему мы являемся родиной здорового питания.